Приятный такой солнечный день. Выехал чуть-чуть порыбачить, поснимать красивые места. Ну, если что, поймаем и покажем вам тоже, каков наш улов на сегодня. Вот такой пруд классный. Детская площадка, качели. Столы для пикника. Чисто, уютно, красиво. Ну что, пойдем дальше. Ну вот тут расположился две удочки, такие непрофессиональные, так как я сам не профессионал в рыбалке. Ну, бывает, вот выхожу чуть-чуть рыбачить. Красивый пруд. Все красиво, замечательно. Вижу, люди шашлычком балуются. Но я так думаю, что тут огонь разводить запрещено. Но кто-то пренебрегает этим самым запретом. Скажу вам по секрету, даже рыбачить здесь нельзя. В том смысле, что нельзя, но нужно специальное разрешение. Не знаю, как в России это, но в Европе, чтобы рыбачить, надо иметь разрешение. Разрешение бывает год, на день, вот такие полгода, на месяц. От 5 евро, ну, если говорить на год, то, по-моему, это где-то в пределах 70 евро бывает, да. Заплатил налоги, как говорится, спи спокойно. Думаю, дядя профессионал, он поймает что-то. Должен поймать. Но у нас пока не клюет. Вот тут тоже расположились рыбаки.
Такой пруд специальный. Так скажем, парк отдыха. Да, красиво, замечательно, действительно. Ну и что-то не вижу таких специальных мангалов для шашлычков. Это как бы у них тут традиционное было. Но в этом парке я не вижу. Вот так наступил вечер. И ничего я не поймал. Даже не клюнуло. Хотя рыба здесь водится. Вижу, как прыгает. Цапля бродит. Тоже на охоту вышло. А красиво.